Мы с вами живем как бы на дне воздушного океана. Особенно хорошо это видно из космоса. Воздушная оболочка притягивается к Земле и оказывает на нее давление, которое называется атмосферным. Мы совсем не ощущаем его на себе, хотя на каждый квадратный сантиметр нашего тела действует сила в 10 ньютонов. Сила атмосферного давления наглядно видна на этом опыте. Именно она может легко удержать воду в перевернутом стакане, но только при одном очень важном условии – наличии разреженного пространства над уровнем воды. Разбить это стекло можно лишь ударом достаточной силы. Но стоит создать под ним разреженное пространство, как под действием атмосферного давления стекло разбивается на мелкие куски. На этом уникальном снимке увидите то, что осталось от стальной цистерны, которую закрыли, заполнив паром. Охладившийся пар создал разреженное пространство, а остальное сделало атмосферное давление. Этот принцип разности давления внутри предмета и в атмосфере лежит в основе простейшего механизма – присоса, который широко используется в технике, например, в полиграфической промышленности. Четко, аккуратно, не оставляя ни малейшего следа на бумаге, работают механизмы на присосах. Разные по величине и форме, они используются на всех этапах создания книги, от раскладки бумаги до обложки. А эти игрушки – продукция цеха вакуумной формовки. Лист цветной пластмассы закрепляют в специальной камере. Затем его разогревают. Под пластмассовым покрытием создают вакуум, и сила атмосферного давления продавливает лист, придавая изделиям заданную форму. Такой способ изготовления игрушек быстрый, несложный, экономичный. Сейчас уже трудно представить наш быт без тонкой полиэтиленовой пленки, которая удобнее, прочнее, да и дешевле бумаги. В ее изготовлении атмосферное давление играет немаловажную роль. Посмотрите, как это происходит. Полиэтиленовые гранулы превращают в расплавленную массу. Затем подается струя воздуха, которая поднимает массу вверх. Сила атмосферного давления ограничивает поток полиэтилена, придавая ему форму рукава. Такая пленка, различная по ширине, толщине, качеству, используется практически везде. Например, для изготовления полюбившихся всем нам объемных пакетов. Чем выше мы поднимаемся над землей, тем меньше давление в атмосфере. На этом свойстве построено действие прибора, сходного с барометром. Он называется альтиметр. По показаниям альтиметра, закрепленного на борту, штурман контролирует высоту полета. Проникая в тайны природы, изучая и осмысливая законы физики, человек ставит их себе на службу.